Сейчас мы находимся в Абатском районе, это село Водолазы. Вот как сейчас можете видеть, еще вчера здесь можно было и пройти, и проехать, а вот уже с утра вода подмыла дорогу, и вот сейчас все подъездные пути, а их село 3, они все заблокированы водой. Как можете сейчас видеть, как раз за моей спиной местные жители вышли из положения. Сейчас, кстати, очень такая непростая ситуация, воды еще пришло немного, моторную лодку сюда не пустить, но тем не менее, на машине уже не добраться, и как-то добираться нужно. Вот мужчина встретил свою женщину, свою жену, она приехала с работы, сын ее довез, и, собственно, сейчас он ее забрал и повез домой. Завтра будет так же. Но уже завтра известно, что здесь будет обустроена лодочная переправа. Сотрудники МЧС начнут переправлять местных жителей с одной стороны на другую. Вообще обстановка, я скажу, что такая, вот тут можете посмотреть сами, просто какое-то бескрайнее море за моей спиной. Таким образом у нас выходит Ишим из берегов. Но к завтрашнему дню в Абатском районе, опять же, ожидают еще больше воды. Вообще, в целом, обстановка у нас стабилизируется уже в Казанском районе. Сегодня мы были и в Ишиме, в Ишимском районе, а вот здесь, вот Водолазово, еще несколько сел оказались отрезанные. Завтра большую воду ждут и в самом Абатске.